Ежегодный фестиваль серфинга Snowwave 2018 стартовал на Камчатке в воскресенье 29 июля. Он проходит на Халактырском пляже и продлится до 5 августа. В течение недели на территории серф-лагеря участники будут вовлечены во всевозможные интересные события, посвященные серфингу. Это лекции, просмотры фильмов и тренировки. Главное событие на фестивале – это открытый чемпионат по серфингу. Участники соревнуются в двух дисциплинах – шортборд и лонгборд. В минувшие выходные из-за погодных условий состязание прошло только на короткой доске. Сегодня у нас был квалификационный раунд. Это дисциплина шортборд. Это вот короткая доска, как у меня. Вот. Условия были хорошие. Солнце, волны классные. И под уже когда был второй хит. То есть хит — это когда люди идут по четверо, там по двое. Вот. Ребят показали вообще супер мастерство. Там даже проехали на 9,5 баллов. А самый высокий балл — это 10. В том году у нас было 50 участников, в этом чуть поменьше. В основном все местные: Владивосток, Сахалин и Камчатка. Вот. И Санкт-Петербург еще. Несмотря на погодные условия, которые мешали участникам ловить волны, все остались очень довольны и готовы дальше бороться за звание лучших серферов. Сегодня были тяжелые условия, ну, по крайней мере, для меня, потому что пришлось очень долго выплывать, потому что волны били постоянно тебя, и было тяжело подныривать, ну, проходить на место своего старта. Вот, поэтому запомнилось то, что я большую часть хита гребла, ну и там пару волн словила. По итогам соревнований победители получат кубки и призы от партнеров чемпионата. Финал конкурса и закрытие фестиваля пройдут 5 августа на Халактырском пляже.